Как известно, важной составляющей образовательного процесса является создание условий в учреждениях. Ремонтные работы в каникулярный летний период проводятся в школах нашего района ежегодно. Так, новый учебный год Щелковская школа номер 2 встретила обновленной. Мы в этом году отремонтировали систему теплоснабжения школы. Практически 80% территории школы. И за счет средств муниципального задания 180 квадратных метров кровли. Ремонтные работы проводились за счет бюджетных средств Щелковского района. Кроме того, дополнительно были выделены средства на асфальтирование территории учреждения. Каждый год в школе проходят работы и, безусловно, нам постоянно выделяют средства. Но в этом году за счет ремонта территории в итоге 5,5 миллионов рублей. Масштабные ремонтные работы проходили во дворе школы номер 10. Здесь было заменено более 2000 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы проходили в течение 3 недель. Также оборудована новым резиновым покрытием волейбольная площадка площадью 220 квадратных метров. Проведен ремонт отмостки фасада учреждения. В летний период провели работы по программе «Доступная среда». В целом на работы было потрачено порядка 2 700 000 рублей. В определенные сроки по контракту были исполнены работы по программе «Доступная среда». В первую очередь это пандус для детей-инвалидов. Переоборудован санузел на первом этаже. Установлена навигация. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».